Слава Украине, героям слава. Привет всем от Полонского. Вы знаете, интересные новости, просто бурные новости приходят по поводу временного губернатора, коллаборанта Сальдо. Так вот, этого коллаборанта говорят, что в коме увезли в Москву, туда, в болота. Говорят, что у него настолько плохое здоровье, что его должны лечить в НДИ Склифосовского. Ну, пускай полечит его в Склифосовском, хотя мне почему-то сдается, что дело совсем не в этом. Просто этот вот Сальдо, более известный в народе как Сосальдо, сильно очень испугался. Оно ж трусливое. Вы поймите, любой коллаборант, прежде всего, трус, изменник, предатель. Ну, личность, скажем так, ниже среднего, и она трусливая. И когда он понял, что его ждет неминуемо, он решил, с моей точки зрения, просто сменить внешность и куда-нибудь свалить. Вот кажется мне, что процентов 50 можно дать ни на какое, ни на ранение, ни на болезнь, которая там типа на нее якобы свалилась. Мне кажется, нет. Мне кажется, что этот крендель просто решил сбежать от греха подальше, чтобы его не узнали. Как говорится, залишь где-то на дно. Вот это мое мнение такое. Но посмотрим, чем это все закончится. Его, могут быть, даже сейчас объявят погибшим, помершим и так далее. Но опять, верить в это, скажем так, сомнительно, весьма сомнительно. Потому что все-таки, с моей точки зрения, у парниши сдали нервы. И он просто отчаянно боится. Вот, собственно говоря, и причина того, что он эвакуировался из Херсона туда, на север, в болота. Слава Украине!